Ребят, ну вот она, вечерняя зорька. Показываю вам историю. Солнышко садится. И вот есть такое поверье, как только последний лучик солнца коснулся водяной глади, начинай кидать удочки, начинай кидать в прикормленные места. И у тебя есть буквально один час, чтобы вот выловить тут, я не знаю, штучек 5-10 щучек. Или как-то так. Смотри, какая классная штука. Не та локация, где надо пытаться ловить щуку. Я просто попытаюсь, душу отведу, сейчас покидаю сюда. А потом мы пойдем вот на эту гладь и начнем оттуда. Начинаем, как обычно, выбивать щуку от старой мельницы. Так, здесь мы потренировались. Идем ровно на то место, где у нас не ловилась солнечную погоду. Та же самая блесна. Она имитирует настоящую рыбку. Но я на нее поймал большинство, скажем так, своих рыб. Я полагаю, что здесь больше, чем 2 килограмма щука вряд ли будет. Но нас оно вполне, в принципе, устроит. Итак, идея какая? Через этот перегиб рыбешка прыгает. Соответственно, у нас вот здесь водой намыта небольшая глубина. И вот то поле, где должна быть примерно 2-килограммовая щучка. К сожалению, я закидываю, а второй-то рукой не могу снимать, так что я покидаю. Чуть позже я отчитаюсь, что здесь на самом деле. Так, проходит минут 40, но, если честно, удачи пока не видно. Идем в траву. Выходим вот в это аккуратненькое место. Стараемся, знаете что, не шуметь, не орать. И почему, кидая ее, она тихо падает, не оставляет всплеска в воде, не шумит. А иногда потолще блесна ты кидаешь и распугиваешь, наоборот, щуку. Видите, какое щучье угодье. Ну, пишем в комментарии. Хорошо я зашел? По идее, здесь все должно получиться, но здесь не глубоко, опять же. Так, ну что ж, ребятушки, смотрим на эту прелесть. Не подвела она меня. Ну что, сколько такая прелесть? Граммов, наверное, 500. Хулиганит. Ну, видите, на вечернюю зорку. И ровно, как я говорил, последний лучик солнышка, видите, коснулся? Вот вон он. И начинает она. И начинает. Ну что, салфачок на память. И отпускаем красавицу. Не будем ее мучить. Красавица наша. Значит, видишь, уже почти сумерки. И что я здесь вижу? Она начинает прыгать. То есть ее очень трудно здесь не увидеть. Прям всплески. Она прям прыгает. То есть вот она ждет рыбу, которая идет туда на водопадик, встречает ее и набрасывается на нее. Так что я думаю, ну, штучки 4 мы поймаем. Килограммчиков 8, чтобы уж на котлетке. Шучу. Прелесть какая, да? Да ладно, вот если даже не поймать ничего, представляешь, как вот ты стоишь здесь, и он плеск был. Какой релакс, просто релакс. В конце недели выгорел. Хочется либо набухаться, либо еще какой-то вот гадости. Сюда пришел, постоял немножко, покайфовал. Какая прелесть, вообще ничего не хочется. Вот чем я и люблю Латвию, почему вот Латвия нравится. Вот чтобы ты понимал, вот это вот 7 километров от центра Риги. Вот настолько немноголюдно, людей ты не встретишь. Я хожу сюда уже, блядь, неделю, людей еще не видел. Прикинь, вот такая страна Латвия. Ну что, уже темнеет, так что давайте подытожим. На самом деле, ловля щуки — это с 8 утра, наверное, до 10 дня. И где-то с 5 вечера до 9. Сейчас 9 вечера, уже темнеет. И примерно, как это я понял, вот солнце садится в закате, к моменту, когда ты садится солнце, ты уже должен найти это место. Вот посмотреть яму эту, поворотик, уже вот на ней встать. И вот как только последний вот лучик касается воды, и вот он сейчас пропадает, щука вдруг становится ненормальной. Это ненормально. Вот в прошлый раз она как сумасшедшая. Я вот буквально за 30-40 минут 4 штуки вытащил. И сейчас все то же самое. Вот как последний лучик качнулся, вот эти вот 40 минут, вот все, что есть в этой яме, оно выпрыгнет.
ты его поймаешь, а потом опять тишина. Поэтому на один и тот же водоем, все-таки как рыбак, ты должен ездить, должен знать эти свои прикормленные точки и должен вот по времени, когда солнце садится, пришел 40 минут и ушел. И не мучайся, не надо. Вот эти вот 40 минут хватает, чтобы ты получил и удовольствие, и стрессик снял, потому что если ты ходишь не за мясом, а если ты ходишь для того, чтобы снять стресс и отдохнуть, то тебе вот этот всплеск эндофамина нужен. Это когда ты весь в депрессии, весь на нервах, день не удался, я говорю, выгорание, вот как у меня, например, я руководитель проекта строительных, одновременно делаешь несколько проектов, не всегда все получается, ты выгораешь, ты на нервах. И ты приходишь домой, ну, либо без успокоительных, либо без бутылки коньяка, ну, ты не уснешь. А сюда ты приходишь, тебе важно поймать ее. Вот ты крутишь, крутишь, нет, 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 и там 30-й, 40-й заброс, вот она. И у тебя этот всплеск эндофамина, и как рукой весь стресс. Все, и домой уже едешь, нормальный, классный. Ну, может быть, там бутылочку пивка около камина, и думаешь, все классно. Все хорошо. Ну, вот так она у нас закончилась сегодня, рыбалочка. Одна 500-граммовая штука. Удовольствие получено. Релакс. Выгорание процесс убран. Поехали к пивасику и камину.